Итак, друзья, мы приглашаем к нам на сцену за эксклюзивной наградой Олег Крапивин, министр спорта, мастер спорта международного класса. Ну можно выйти министр, Артём? Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана в Украине, мастер спорта СССР и Азербайджана, заместитель председателя Конгресса азербайджанцев в Украине, председатель Киевской организации азербайджанцев в Украине, меценат спорта. Вы абсолютно достойно получаете эту драгоценную медаль. Я надеюсь, она принесет вам удачу. Если вы хотите, то я вам желаю в ранг министра вступить не в одной каденции. Я давно в рамках министра хожу. Ну, да. Добрый вечер всем. Я бы хотел поблагодарить всех учредителей «Золотого мангуса». Пожелать им успехов в развитии этого такого прекрасного праздника. Что можно сказать? В этот прекрасный день можно поздравить и тех людей, которые наградили наших друзей с Киргизии, с Белоруссии, там, с Молдавии. И пожелать им тоже, чтобы таких же праздники проводились у них в странах, по возможности, кто мог, тоже организовывал. И поздравляю здесь всех присутствующих украинских спортсменов, желаю им крепкого здоровья, пожелать им удачи в 2020 году, так как сегодня день физкультурников и спортсменов Украины. Я всех от души поздравляю, всех украинских спортсменов. Спасибо.